мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Постановлением правительства республики от 4 июня предельная стоимость одной поездки по маршрутам ПГТК Ахем город Кызыл и Кызыл поселок Сукпак установлена в размере 17 рублей. Настоящее постановление вступает в силу с 15 июня текущего года. Отмечается, что стоимость одной поездки на общественном транспорте не менялась с 2012 года. Рост предельной стоимости обусловлен увеличением цены на 1 литр бензина марок АИ-80 и АИ-92. Запасных частей и страхования. Перевозчики осуществляют свою работу по результатам открытого конкурса на основании муниципального контракта и карт маршрутов регулярных перевозок в рамках действующего законодательства. В настоящее время региональным министерством труда и социальной политики разрабатывается механизм компенсации стоимости проезда отдельным категориям граждан и введение транспортных социальных карт для оплаты проезда общественным транспортом. Ежегодно на реках и озерах Тувы тонут около 10 детей. В прошлом году только за май и июнь утонуло уже трое. Чтобы не допустить гибели детей на водоемах, сотрудники службы ГО и ЧС совместно со студентами ТУВГУ каждые выходные проверяют берег Енисея и парк. Обычно они у нас стартуют с июля месяца, но в этом году они начались гораздо раньше. Первый рейд у нас осуществлялся уже с 1 июня, День защиты детей. И планируем их продолжать каждые выходные. Картина на самом деле она немножко удручающая, потому что за все время патрулирования мы уже более самые распространенные правонарушения — это распитие спиртных напитков возле водоема, что категорически запрещается. Также это купание детей без сопровождения взрослых. Во время патрулирования в сторону коммунального моста мы часто регистрируем еще мытье машин, что тоже является административным правонарушением. Выходя проверять реки и водоемы, спасатели сталкиваются с разными ситуациями. На так называемом лягушатнике в национальном парке с началом школьных каникул ежедневно собираются дети. Помимо того, что они купаются под запрещающим знаком, там находятся и взрослые, которые разжигают костры и распивают спиртные напитки. Без сопровождения взрослых – это, в первую очередь, административная ответственность для родителей. То есть это в отношении родителей составляется протокол, это именно статья оставления детей в потенциальной опасности. Со взрослыми еще можно поговорить, однако всех детей не разгонишь. Если даже они и уходят, то через пару метров находят новое место для купания. И в этом деле мы одни не преуспеем. Нам в этом году помогают ребята из студенческого отряда. У нас были несколько таких мероприятий профилактических. Мы проводили на набережной профилактические мероприятия, именно как вести себя на водных объектах, чтобы не было чрезвычайных ситуаций. Если, допустим, ребенок один прогуливается именно на берегу, то это опасно. И я всегда спрашивала, где взрослые, и говорила, чтобы они отправлялись домой. Спасателям нужно быть всегда начеку. Пренебрежение элементарными правилами безопасности на воде могут закончиться трагически. Именно поэтому сотрудники службы ГО и ЧС еще раз напоминают родителям проводить с детьми профилактические беседы, рассказывать об опасности на водных объектах, в частности на реке Енисей. 30 семей получили ключи от новых квартир в доме по улице Московская, 117, города Кызыла. Жилой объект построен по программе переселения граждан из аварийных и ветхих домов. По словам министра строительства республики, стоимость объекта составила более 47 миллионов рублей. Из них средства фонда ЖКХ около 35 миллионов рублей и средства республиканского бюджета 12,5 миллионов рублей. Новый дом находится в южном микрорайоне Кызыла напротив спорткомплекса Субидей. Общая площадь данного объекта достигает почти 1000 квадратных метров. Это 25 однокомнатных и 5 трехкомнатных квартир. 30 семей или 78 граждан переселены из 21 аварийного многоквартирного дома.
Возле нового дома осталось благоустроить придомовую площадку. В целом, когда закончится строительство, здесь будет новый оживленный район. Напомним, что подрядная организация возводит здесь еще 4 30-квартирных дома и 9-этажный дом на 255 квартир. Инфраструктура тоже удобна. Через дорогу реконструируется спорткомплекс «Субидей». Неподалеку остановки общественного транспорта и другие социальные объекты. Ход реализации проекта «Кыштаг для молодой семьи» был обсужден на аппаратном совещании в правительстве Тувы. Сейчас предстоит передача 200 голов овец участникам проекта 2016 года и строительство кыштагов участниками 2018. Напомним, проект «Кыштаг для молодой семьи» направлен на улучшение качества жизни молодых семей на селе путем содействия в строительстве зимних чабанских стоянок и приобретении мелкого рогатого скота. Он способствует увеличению занятости населения в районах республики, развитию крестьянских хозяйств и увеличению поголовья скота. На сходах граждан самими селянами было выбрано 105 семей участников. И о курсах валют: доллар стоит 63 рубля 12 копеек, евро 74 рубля 14 копеек. У вас товар, у нас займ. Ломбард Хотей. Быстрый займ денег под залог золота, техники и шуб. Дружба 11-272-27. Сила гор, магия трав, выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка. Пантовый бальзам «Субидей». С уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чуйдум 44. Напротив торгового дома «Алексеевский». В Тувинском строительном техникуме впервые пройдет экзамен в формате «демонстрационный экзамен». С 17 по 20 июня в структуре итоговой аттестации выпускников по наиболее востребованным и перспективным профессиям мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ будет проводиться демонстрационный экзамен, который будут сдавать 20 выпускников техникума в течение 2 дней. Отметим, демонстрационный экзамен – это оценка результатов обучения методом наблюдения за выполнением трудовых действий на рабочем месте. Инновационная форма организации практического обучения. Выпускники, прошедшие аттестационные испытания, получают возможность одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills Россия без прохождения дополнительных аттестационных испытаний, а также подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованными предприятиями, работодателями, и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из техникума. В противотуберкулезном диспансере подведены итоги 5 месяцев, в соответствии которым отмечены нулевые показатели по смертности в 6 районах республики – Мангунтайгинском, Авюрском, Сутхольском, Чедихольском, Пихемском и Терехольском. Снижение показателей смертности отмечено в городе Кызыле на 7 случаев, в Лукхемском районе и в городе Ак-Довурак на 3 случая. Снижение на 1 случай отмечено в Тандинском, Тоджинском и Кызыльском районах. Ухудшение показателей зарегистрировано в Чахольском, Тоджинском, Байтайгинском, а также Тисхемском, Эрзинском, Кахемском и Дзунхемчикском районах. Всего за период с января по май от туберкулеза в республике умерло 59 человек, что на 4 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди возрастной категории 18-49 лет умерло от туберкулеза 37 человек. Ввиду сложной эпидемиологической ситуации в республике, несмотря на некоторое снижение показателей смертности от туберкулеза, противотуберкулезный диспансер республики призывает население раз в год проходить флюорографическое обследование в целях раннего выявления туберкулеза. Дети до 12 лет должны регулярно проходить обследование методом МАНТУ и диаскин-тест. Начальная стадия туберкулеза проходит бессимптомно. Выявление заболевания на ранних стадиях и полное излечение во многом зависит от самого человека.
В начале июня в Министерстве здравоохранения Тувы был объявлен месячник, приуроченный ко Всемирному дню донора крови. Он завершится 29 июня. В течение месячника традиционно будут проводиться акции безвозмездного донорства, организация выездных заготовок донорской крови и другие мероприятия. Специалисты станции переливания крови уже посетили педагогический и строительный колледж, а также службу судебных приставов. Всего было собрано более 37 литров крови. Отдельно сотрудники станции переливания крови хотели поблагодарить за активность студентов педагогического колледжа. Завтра по традиции медицинские работники станции поблагодарят не только почетных доноров крови, с которыми работают много лет, но и организации, которые помогают службе в осуществлении ее благородной деятельности. Доноры – это незаметные герои, которые благодаря своим убеждениям и готовности помогать спасают людям жизнь в трудную минуту. Первая республиканская ФМ-радио «Голос Азии» запустила новую порцию квестов, но на этот раз с пищей для искушенных дам. Ведущие в эфире представили нового партнера – ювелирный павильон «Сильвия», что находится на базе РПС, улица Мира, 13. Загадка была очень сложной, тем не менее, победителю квеста партнер подарил сертификат суммой в 500 рублей на покупку ювелирных украшений. Узнаем, кто на этот раз разгадал загадку квеста. Все правильно. Завтра новый квест и новый подарок от Сильвии. В этом ювелирном павильоне большой ассортимент золотых и серебряных украшений по приемлемой цене. Вас удивят подарки, акции и приятные мелочи для дома. Постоянным клиентам скидки, которые, кстати, действуют постоянно. Спонсор прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. «Отличные наличные». С заботой о клиентах. В ближайшие сутки по республике облачно с прояснениями. Местами сильные дожди, грозы, град. В Кызыле облачно с прояснениями, временами дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Порывы до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов с отметкой плюс. Днем плюс 22, плюс 24. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляют акцию 10 на 10 за 10. Займ 10 тысяч на 10 дней. Переплата всего 10 рублей. Ты еще не был у нас? Самое время заглянуть в «Народные деньги». Такого еще не было.